Клинс менеджер или как там? Менеджер по поддержанию чистоты. Почему он так падает? И почему при этом он быстрее меня падает? Объясните, пожалуйста. Не, пизда. Работает ОМОН, блядь! Живительная сила стихов! Обоссался! Кто-то кондей протекает. Больше ничего нет. Зона, кстати, довольно рядом.
Знаете, почему мне... Я думал, что мне пизда. Вот видите, вот этот дробовик. Этим дробовиком мне должен будет дать пиздячек. В самом начале. То есть я должен был вообще не добегать ни до чего. Но почему-то они решили драться сверху за дробовик вдвоем. Вместо того, чтобы нормально играть. То есть один чел мог сразу дропаться на дробовик, и у него был шанс. Вместо этого они занимались какой-то херней. А тут нихуя. Там чел прям передо мной. Так. Зона далеко очень. В смысле нового. Старый перс. Ну, блядь, как сказать. Кастомизацию купил. Чел по этим не попадал, по... Ебать, там банка варенья. Спектатора. Я не отмазывался, меня просто не взяли. Я собирался пойти в армию. А мне такие сказали, иди нахуй, а не в армию. Ты нам не нужен. Тебе вообще никто не нужен. Ты ебаный эгоист. Пидор. Так и сказали, прикиньте. Там охуел.
Же меня не взяли? Ну, так скажем, я, зарабатывая бабки себе на карманные расходы в детстве, повредился и позвоночник. Из этого мне чисто технически сказали ничего тяжелее своего хуя не подымать. Ну, вроде как бы жить можно. Там просто проблема в том, что спина начинает болеть дико. В армии бы я драил сортиры, наверное, за свой пиздеж. Вот и все. Там как бы все очень просто, чуваки. Не видно, блядь. Жесть. Чем ты строишь двойную лестницу? Чтобы не сбили меня случайно. То есть чуваки могут начать стрелять по лестнице, она ёбнется. И я с ней ёбнусь. Я ж не хочу ёбнуть, правильно? Я ж уже ёбнутый! Как же я хочу спиздить этот груз. Из-за того, что темно, ни хера не видно. Я очки снял. На переносицу давит дос.
Чел, скорее всего, в этом сидит. В доме может быть кто-то. Блять, не вижу откуда. Найс, он мне накидал. Шестнадцать киллов, пацаны. Новый, блядь, рекорд. Расскажи, как не гореть в этой игре? Не знаю, я ж горю обычно. Я, пожалуй, это сегодня вырежу и залью на ютубчик. Мне кажется, неплохая игра получилась.